Добрый день, дорогие друзья! Рад видеть вас на канале Гороскоп Прогноз у нас на 22 сентября 2021 года. Мы, как всегда, начинаем начинать, а начать хотелось бы с просьбы о поддержке канала. Поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий под любым из роликов, и если вам не трудно, сделайте репост одного из моих прогнозов. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Овен. Что-то заставит Овна сдерживать сегодня свои эмоции, и это плохо скажется на его настроении. Особенно опасно в этот день подавление негативных переживаний. Гороскоп Овна настаивает. Найдите человека, с которым вы сможете открыто обсудить свои затруднения. В противном случае негатив может вырваться наружу в самый неподходящий для вас момент. Чтобы не сорваться сегодня на ребенка, не накричать на вторую половинку, не нагрубить коллеги, откажитесь от идеи держать все в себе. В партизана поиграй когда-нибудь в следующий день любовный гороскоп для овна сегодня в личных отношениях звезды советуют овну проявлять сдержанность в словах и эмоциях это поможет сберечь нервную систему и избежать ссоры с партнером пусть ваше избрание хорошенько выпустит пар не мешайте ему дайте выговориться а сами сохраняйте спокойствие помни о том что сегодняшняя взрывоопасная эмоциональность просто особенность этого дня дождитесь от любимого человека извинений и помните примирения влюбленных после ссоры особенно сладки. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. Сегодня Овен может оказаться в эпицентре каких-то разборок и интриг. Звезды рекомендуют Овну держать вооруженный нейтралитет и оставаться в стране. Это не его война. Лучше всего дождаться окончания стычки между коллегами на обочине, как бы ни было велико желание вмешаться и вставить свои 5 копеек. Сохраняя спокойствие и индифферентность в этой ситуации, Овен сегодня сможет сберечь не только нервные клетки, но и деловую репутацию, а также хорошие отношения со всеми окружающими. Телец. Легкая эксцентричность тельцу сегодня не помешает. Хотите привлечь внимание к собственной персоне, просто познакомьте окружающих со своими мыслями, они их обязательно оценят. Телец сегодня фигура приметная, настолько, что даже может стать причиной или зачинщиком скандала. Но при разумном подходе, без трагедии можно и обойтись. А вот сдерживать эмоции в этот день тельцу крайне трудно. Гороскоп советует делиться только позитивными переживаниями, ну а негатив выплеснуть во время занятий спортом. Любовный гороскоп для тельца. Сегодня телец склонен совершать неожиданные и непредсказуемые поступки, находя в этом особенную прелесть. На самом деле это всего лишь бегство от закрутившегося колеса быта, которое позволит тельцу сбросить напряжение последних дней. Он может прикрасить волосы в смелый цвет, или подобрать одежду, не ему яркой гаммы, или примерить на себя амплуа соблазнителя и опытного любовника, пустившись в Романтическое приключение. Звезда предупреждает. Поддаваясь влиянию момента, не заходите слишком далеко. Гороскоп карьеры и финансов для Тельца. Сегодня в Тельце могут пробудиться великолепные организаторские способности. Этому будут способствовать сама интуиция. Тельцу невольно придется распределять обязанности, ставить задачи и контролировать их выполнение. И он справится с этим, доказав, что талантливый человек талантлив во всем. Впрочем, даже если возможности поруководить другими не представится, Телец сегодня вполне сможет реализовать свой потенциал, организовав собственный труд, увеличив тем самым личную эффективность тайм-менеджмент творит чудеса близнецы чего в этот день близнецам точно не удастся так это оставаться в тени Сегодня действия близнецов слишком заметны, движения слишком размажестые, слова слишком громки Что ж, гороскоп советует учесть этот факт и повернуть его себе на пользу. Сегодня у вас есть все шансы быть услышанным, так что воспользуйтесь этой возможностью, и донесите свои мысли до нужных ушей. Самое время поделиться со второй половинкой вашими планами на совместное будущее с руководством, э, вашим видением развития отдела, а с другом идеями о совместном бизнесе. Любовный гороскоп для близнецов. Сегодня близнецов может преследовать плохое настроение, что способно вылиться в ссору обильно с претензиями и критикой в адрес партнера. Многое из высказанного может показаться любимому человеку несправедливым, превращая разговор в необоснованные обвинения. В избежание обид звезды советуют близнецам провести этот день вдали от избранника. Если же такой возможности нет, положите конец ссоре шуткой или устройте романтический сюрпризец не ссорьтесь вы по мелочам, будьте выше этого. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. Сегодня близнецам как никогда требуется максимальная внимательность к деталям, иначе от них может ускользнуть и безвозвратно затеряться очень перспективные в финансовом плане идея. Звезды советуют близнецам не бояться смелых и нестандартных решений, встречать новые предложения с энтузиазмом, на время приглушив свой скепсис. Гороскоп напоминает: для того, чтобы получить то, чего никогда не было, надо делать то, чего никогда не делал, собственно. Сегодня близнецы смогут здорово преуспеть там, где другие просто не увидят никакой выгоды. Рак у рака, сегодня глаза будут заведущие, а руки загребущие, он, откровенно говоря, начнет жодничать. Это может выразиться в переедании, а может и в капризах. Мало ему внимания, любви, понимания, гороскоп предупреждает, в этот день раком завладеет эмоции, а потому оценить адекватность своих требований самостоятельно он не сможет. Если кто-то сегодня скажет вам, что вы перебарщиваете, вы уж, пожалуйста, прислушайтесь, а не накидывайтесь на беднягу с кулаками. Любовный гороскоп для рака. Сегодня раку рекомендуется проявить деликатность к чувствам человека, которому он дорог. Не стоит играть и... и тем более манипулировать ими. Звезды гороскопа предупреждают. Любовь это не морской бой, где можно до бесконечности перебирать клетки, пока наконец не попадешь в цель. Игры с чувствами в этот день могут превратиться в жесткую пытку не только для партнера, но и для самого рака. Совет свободному раку на сегодня. Постарайтесь не делать сложных надежд, ограничившись ни к чему не обязывающим приятным флиртом. В противном случае не избежать разбитых сердец. Гороскоп карьеры и финансов для Рака. Сегодняшний день может преподнести Раку немало сюрпризов, причем самых непредсказуемых. Возможно, у Рака откроются глаза на какую-то ситуацию или коллега поведет себя неожиданным образом. Такие моменты могут немало его развлечь, а также отвлечь от работы. Интриги, тайны, сенсации – это, конечно, увлекает больше отчетов и монотонных рабочих процессов. Однако Раку сегодня не стоит забывать, за что ему платят зарплату, а в противном случае она может оказаться меньше. Чем он рассчитывал? Лев. Сегодня в глазах льва сияет огонь, но пути к цели его никто не остановит. Все, что лев будет делать, наполнится творческой энергией, а потому любую задачу он сможет решить оптимальным способом, даже если он совершенно нестандартный. Гороскоп призывает, будьте смелее в словах и действиях, на сегодня это ваш ключ к успеху. В этот день лев может давать показательные выступления. Понимание, что за его действиями следят, не только не смутит представителей этого знака зодиака, а наоборот, подбодрит его заставит выложиться на все 100%. Любовный гороскоп для льва. Сегодня льва будут подстерегать сильные эмоции, причем их характер будет полностью зависеть от ситуации, от безудержного гнева до страстной любви, так что постарайтесь, чтобы антураж сегодняшнего дня был более подходящим для позитивного настроя, всеми способами избегая даже намеков на конфликты. Такая тактика позволит сегодня льву завоевывать больше друзей и поклонников, чем в любой другой день. Улыбайтесь, и мир улыбнется вместе с вами. Гороскоп карьеры и финансов для льва. Сегодня гороскоп обещает льву достаточно накаленный в эмоциональном плане день. Как нарочно коллеги или клиенты будут то и дело испытывать его терпение. Гороскоп советует льву стравливать порог, потихоньку ворча на окружающих, выговаривая ноутбуку или рассылая злобные письма должникам. Иначе можно попросту взорваться, что не слишком хорошо отразится на его самочувствии и тем более имидже. Если не получается изменить ситуацию, просто Постарайтесь изменить свое отношение к ней. Возможно, эта мысль позволит сегодня льву вернуть внутреннее равновесие и хорошее настроение. Дева. Деве не следует сдерживать сегодня свои порывы с помощью внутреннего огня, который бушует в ней в этот день, она сумеет добиться того, чего хочет. Не исключено, что сегодня Дева окажется в водовороте событий, сопровождающимся фейерверком эмоций. Что ж, встряска ей не помешает. Однако, чтобы не обжечься и не утонуть, гороскоп советует пользоваться индивидуальными средствами спасения, например, успокоительными. Любовный гороскоп для Девы. Сегодня девы ждут изменения в личной жизни. Даже если она уже отчаялась, приложив массу бесплодных усилий, в этот день ситуация может измениться и в отношениях наметится прогресс. Если же у Девы есть любимый человек, звезды гороскопа советуют ей выбраться куда-нибудь в самую гущу событий. Лучшее романтическое свидание в этот день то, которое совместит общение и некоторую элитарность или экзотичность. К примеру, ресторан африканской кухни пока смотрят, или нашумевшая премьера. Гороскоп карьеры и финансов для Девы. Сегодня Деве представится возможность реализовать лидерские задатки и продвинуться в осуществлении своих проектов. звезды подарит ей необыкновенную красноречивость и убедительность, что позволит с легкостью доказывать правоту и заставлять людей прислушиваться к своим же словам. При желании Дева сегодня сможет вдохновить подчиненных или коллег, убедить партнеров и клиентов. Гороскоп советует ей брать бока за рога и не распыляться на постар дела. Весы. В этот день весам предстоит столкнуться с глубокими переживаниями. Не исключено, что какая-то мелочь, на которую вы долгое время смотрели сквозь пальцы, обретет сегодня большую значимость. Гороскоп советует не пытаться отогнать от себя это переживание. Уделите ему достаточное количество эмоциональной энергии. Не бойтесь зациклиться. Звезды неспроста заставляют вас задуматься. Весы должны слушать свое сердце. Оно сегодня умнее, чем голова. Любовный гороскоп для весов. Сегодня день весов обещает наполниться новыми знакомствами и общением. Для этого звезды гороскопа советуют не просиживать дома перед телевизором, а придать своему образу лоск и отправиться на романтическую охоту. В этот день шансы весов встретить кого-то интересного очень даже велики. Более того, знакомство, завязанное сегодня, может не только всколохнуть в весах огонь чувств, но и поможет взглянуть на мир немножечко иначе. Гороскоп карьеры и финансов для весов. Сегодня весы на протяжении дня будут искать ответ на вопрос, что такое не везет и как бляха муха с этим бороться. Могут случаться досадные недоразумения и промахи, которые расстроят их планы. Возможно, подведут коллеги или партнеры в бизнесе, на которых весы рассчитывали. Гороскоп советует весам не поддаваться унынию, не ошибаются только боги. Запаситесь терпением и позвольте себе и своей жизни быть немножечко неидеальными. Этот Путь избавит весы от обиды разочарований и позволит им по-новому взглянуть на ситуацию. А возможно, найти из нее парадоксальный выход? Вот это уже интересно. Скорпион. Сегодня по венам Скорпиона разлилась поэзия бури и натиска. Говоря менее возвышенно, мозг ему отказывает, зато эмоции зашкаливают. Здорово, если представители этого знака зодиака есть на кого или на что обрушить этот шквал. Гороскоп подсказывает объектам приложения внутренней стихии могут стать любимый человек или творчество. Плохо, если сегодня Скорпиону надо быть организованным и сдержанным. Ну, Совершенно он к этому в этот день не способен. Любовный гороскоп для Скорпиона. Сегодня Скорпиону как никогда нужна трезвая голова и рассудительность, иначе к вечеру может оказаться, что он наломал дровишек. А все дело в излишней эмоциональности дня, которая будет толкать Скорпиона на спонтанные поступки и заставлять кидаться в крайности, чтобы не жалеть о сделанном под влиянием эмоций Скорпиону стоит сдерживать свои порывы. Но вполне можно позволить себе чуть-чуть милой экстравагантности, если она не выходит за рамки приличий. Тогда в глазах противоположного пола это будет выглядеть привлекательным сумасбродством, не перерастая в вызов обществу. Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. Сегодня звезда предупреждает. Максимализм и крайняя независимость позиции Скорпиона могут сыграть с ним злую шуточку, рассорив с ним людей, которые могли бы оказать поддержку в делах. Гороскоп советует Скорпиону глушить тенденции дня, постоянно напоминая себе, что один в поле не воин. Доказывать всему миру свою самостоятельность сегодня не стоит. Командная работа зачастую дает гораздо лучший эффект. Тем не менее, Скорпиону имеет смысл постараться стать лидером команды. Стрелец. Стрелец сегодня может провалиться в темный омут сплетен подозрений и недомолвок. В этот день он предполагает худшее и склонен подозревать окружающих во всех смертных грехах. Сегодняшний недоверчивость заставит его замкнуться в себе, что еще больше усилит негативные настроения. Гороскоп советует стрельцу сделать над собой усилие и обсудить переживания с надежным другом. Иногда, чтобы разогнать тучи, достаточно посмотреть на на мир с улыбкой. Любовный гороскоп для стрельца. Сегодня стрелец в общении с противоположным полом может ощущать напряжение и неловкость. Неважно, идет ли речь о человеке, с которым он вместе много лет, или о новом знакомом. Лучше всего придать уверенности стрельцу и разрядить обстановку в этот день поможет чувство юмора. Уместная шутка или забавный случай из жизни позволит расположить к себе собеседника, наладить контакт и придать свиданию непринужденный настрой. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. Сегодня неординарное мышление Стрельца станет для него золотым ключиком, открывающим заветную дверцу к материальному достатку. Стрелец может испытывать прилив вдохновения, что позволит найти нестандартное и наиболее удачное решение давно заботящего рабочего вопроса. И именно творческий подход поможет Стрельцу сегодня подкинуть перспективную идею своему коллективу или с новой стороны рассмотреть сегодняшний зашедший в тупик старый проект. Звезды советуют Стрельцу Су не боятся экспериментов и смелых идей, и многие из них, вы же должны это знать, имеют шансы на успешное воплощение. Козерог. Сегодня Козерог подобен Зевсу. Он будет метать молнии и громыхать громом в адрес окружающих виновных для наказания и безвинных в целях профилактики. Впрочем, невинных сегодня для Козерога нет, есть лишь те, чья вина пока еще не доказана. Что сказать? Совершенно точно называть Козерога в этот день приятным собеседником до да язык не поворачивается. Гороскоп дает совет. Раз уж есть настрой на разборки, используйте его с умом например разберитесь э, с неясностями в квитанции ЖкХ или напишите куда следует аяме возле подъезда любовный гороскоп для козерога Превосходный день в любовных делах. Звезды обещают сегодня Козерогу. У него будут возможности в сласть, пофлиртовать и даже выступить в роли коварного соблазнителя. Звезды гороскопа обещают. Сексуальность будет на высоте, так что смело можно планировать наступление, выбрав для обольщения даже неприступный объектик. Перед обаянием Козерога сегодня устоять будет очень трудно. Даже в уже устоявшихся отношениях Козерог сможет внести элемент интриги, создав атмосферу легкой, дразнящей эротики и подарив избраннику минуту восхитительного блаженства. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. Сегодня звезды дарят Козерогу удачу в делах. В течение дня у него будут шансы проявить себя и не напрягаясь решить по ходу несколько рабочих задачек. Козерогам предпринимателям гороскоп предлагает вернуться к отложенным в дальний ящик проектам. Сегодня вы сможете взглянуть на них под нужным углом и возможно разглядеть в них какую-то там выгоду. В целом это благоприятный в финансовом плане день когда можно получить больше прибыли, чем ожидалось потратить, меньше, чем планировалось, или найти новый, абсолютно новый источник дохода. Водолей. Водолею сегодня следует помнить, крик вовсе не всегда помогает делу. В этот день вы склонны к эмоциональным проявлениям и можете сорваться по мелочам, становясь причиной плохого настроения родных и близких. Постарайтесь быть к ним сегодня, господи, да как можно терпимее. краску предлагает водолею по возможности ограничить общение и пустить запал на решение текущих дел или спортивные занятия. Здесь немного злости не помешает. Любовный гороскоп для водолея. Сегодня водолею захочется, если и не полностью изменить свою личную жизнь, то внести в нее какую-то новизну, сделав более интересной и приятной. Возможно, он с головой погрузится в болото рутины, перестав находить радость в прожитом дне. В этот день достаточно лишь немножечко нарушить привычный порядок вещей, чтобы ощутить прилив новых сил и эмоций. Ну, к примеру, скажем, сегодня водолей может придумать новое место для романтических знакомств, новый прием соблазнения или сделать неожиданный сюрприз любимому человеку гороскоп карьеры и финансов для водолея сегодня звезды предвещают водолею какой-то трудный выбор касающийся финансов это может быть неожиданно подвернувшаяся интересная вакансия а может и предложение поработать сверхурочно или возможность получить чужую премию переплюнув коллегу. В любом случае, сегодняшний гороскоп указывает на неоднозначность выбора, которую наилучшим образом описывает выражение. И хочется, как говорится, и колется. Водолею надо принять хорошо продуманное и взвешенное решение. Это убережет его от лишних ошибок и сожалений. Рыбы. Рыбам сегодня не надо бояться быть собой. Говорите, что думаете, не пытайтесь скрывать эмоции, делайте то, что первым пришло в голову. Не переживайте о реакции окружающих. С ними вы разберетесь потом, позже. Ну а пока самовыражайтесь. Гороскоп рыб указывает на необходимость спустить пара. Лучше дать волю чувствам, иначе они разорвут вас изнутри как бочку. Рецепт здоровой психики для рыб сегодня таков. Плачьте, если грустно, и смейтесь, когда весело, не оглядываясь на других, естественно. Любовный гороскоп для рыб. Сегодня отличный день для того, чтобы рыбы определились с направлением или с попутчиком на дороге любви. Поговорив по душам с партнером, они смогут выяснить для себя что-то очень важное. Сегодняшняя искренность рыб позволит вывести на откровенность избранников, скрывая глубинные проблемы и поры. Если они, конечно, есть. Ну а свободным рыбам звезды гороскопа советуют идти навстречу всему новому. Новым ощущениям, эмоциям, знакомствам. В этот день они могут оказаться предвестниками новой любви. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. Сегодня звезды не советуют рыбам действовать в делах на пролом. Лучше использовать обходные пути для достижения цели. Избегайте прямых разговоров и вопросов в лоб. Сегодня ваша тактика – это тонкие намеки с дальним расчетом. Человек иногда достаточно просто подтолкнуть в нужном направлении, чтобы он нашел верное решение. Таким образом, рыбы смогут успешно донести до сознания руководства или коллеги свои планы, не себя и получить хороший в итоге результат. Ну вот и весь прогноз, мои хорошие. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо за ваши лайки, комментарии. Ну и вообще, в принципе, за поддержку. Я желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Успехов вам во всех ваших начинаниях. Ну и мы скоро увидимся. До новых встреч. Пока-пока.